В Кирове могут появиться дополнительные платформы для городской электрички. Напомню, летом был запущен электропоезд от станции Киров до Нововятска. Проезд в нем стоит, как в любом другом городском общественном транспорте, 22 рубля. Предполагалось, что электричкой будут активно пользоваться жители 41-го микрорайона в Нововятске, который находится за переездом. Но пока электричка ходит только до станции Поздино. В кировском отделении Горьковской железной дороги решили, что для удобства горожан нужно организовать больше платформ на пути следования состава. Первая может появиться как раз в районе так называемого Горбатого переезда в Нововятске. Название станции тоже придумано – Советская. Дальше в планах у ГЖД строительство платформ Нововятская, Луговая и торговый центр Гринхаус. Дополнительные платформы могут появиться уже в следующем году. На сегодняшний день вопрос прорабатывается по остановочным, вот я сказал, платформе – это Советская. Сроки пока не определены. В ближайшее время, как раз в Минтрансе были мы на этой неделе. Значит, до конца года еще вопрос этот будет решаться также при правительстве области. Но я думаю, что 2019 год конкретно сроков пока нет, но реализация, думаю, будет.